Кто является гарантом Конституции России и откуда пошло слово «бюллетень»? На эти и другие вопросы искали сегодня ответы сочинские старшеклассники. Интеллектуальная викторина прошла в формате «Что, где, когда». Игра состояла из трех раундов – правовая терминология, цитаты и исторические факты. Учить основам избирательного права нужно, и чем раньше, тем лучше, потому что, когда человек приходит на избирательный участок, объяснять уже тяжелее. Это нужно время. А есть еще школы, в которых проходит факультативный курс избирательное право. То есть основы они изучают, они знают свои права и свои обязанности гражданские. И когда они придут уже на участок, они действительно будут полноправными избирателями. Ребята признаются, к игре готовились заранее, штудировали учебники по истории и обществознанию, изучали основы избирательного права и стадии выборов различного уровня. Кстати, школьники уверены, все это пригодится им не только для участия в викторине. Решили поучаствовать, потому что, во-первых, это интересно, и, во-вторых, это очень полезно для подготовки к ЕГЭ, так как избирательное право является одной из тем в предмете обществознания, то никогда не будет лишним. Организаторы отмечают, интерес школьников к викторине только растет. Так, в этом году заявку на участие подали 38 команд, так что впервые пришлось проводить районный этап игры. А в финале встретились 12 сильнейших команд, которые и поборются за первое место. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.